75-ю годовщину образования празднует Китайская Народная Республика. Столько же лет и установлены дипломатические отношения между Китаем и Россией. Для Приморья КНР – ближайший сосед и ведущий экономический партнер. Удельный вес Китая в общем объеме внешнеторгового оборота края по итогам прошлого года составил 65%. В прошлом году наш торговый оборот с Китаем составил 80 миллиардов рублей. И это не предел. Мы планируем увеличить эту цифру до 1 триллиона рублей. Сейчас между Приморьем и Китаем активно развиваются связи в области туризма. В первом полугодии текущего года Приморье посетили 169 тысяч гостей из Китая. Осуществляется авиасообщение между Владивостоком и Пекином, Шанхаем, Санья, Харбином, Далянем, Янцзы. Думаю, впереди нас ждет открытие новых направлений – Гонконг, Шэньян, Муданцзян и другие. Все более важное значение приобретает приграничное сотрудничество. Представитель Китая посетил переговоры в рамках 9-го Восточного экономического форума. На ВЭФе делегация КНР была представлена на очень высоком уровне. В ходе переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным была достигнута обоюдная готовность к продолжению нашего диалога и дальнейшей совместной работы. Во время торжественного мероприятия Вера Щербина вручила приветствие на адрес губернатора края генеральному консулу КНР во Владивостоке Пяо Янфань. Юлия Ракоцкая, Диана Иванова. Новости на восьмом.